Всем привет, добрый вечер. Я просто хотел напомнить, что в субботу и воскресенье у нас предакадемия. Вот, и у меня радостная новость есть. Я на самом деле заказывал тираж своих книжек и боялся, что не успею их сделать до выходных, но их сделали. Поэтому, ну, благодаря этому я могу объявить такую, как бы, распродажу, можно сказать. Да, о чем идет речь? Речь идет о двух книжках. Это вот, ну, собственно, это вторая книжка, да, которая у нас появилась в этом году. Это вот первая. Вот они, видите, в бумажном виде. Такие хорошие. Эмоциональные коврики у нас есть. Это вот маленький. Ну, я не буду показывать. Есть еще средний и большой. Вот. И они там, это физические товары. Их не так много у нас в магазине, на самом деле, да. Но вот они на предакадемии. Для тех, кто приедет таки вживую, да, будет особая цена. Я вот тут себе даже в табличку поставил, нарисовал. Что можно будет приобрести на предакадемии? Это справочник клинического психолога. Ну, у нас это труд фундаментальный, поэтому на него скидок мы не делаем. Большой эмо-коврик. Там тоже минимальная накрутка, он так и останется. Большой, это который вот 3 на 3 метра огромный. Вот, есть средний эмо-коврик. Он у нас в магазине стоит 1000. Я буду продавать за 700. Есть малый эмо-коврик, вот, который я показывал. Он в магазине стоит 500 и будет продаваться за 400. Есть две книжки. Они вообще на Озоне. Одна из них я посмотрел только что стоит. Вот маленькая стоит 657 рублей, а большая стоит 780. То есть, в принципе, такая вот вещь. Я на них ставил цены обычно 700 и 800. Они вместе стоили, соответственно, 1500. Они будут продаваться по 500 и по 600. Вот. Но если вы две вместе возьмете, то будет 1000 стоить. Вот, так что если вы хотели что-то приобрести себе, там эмоциональный коврик, какие-нибудь книжки, там еще что-то такое, да, то вот приезжайте, у вас будет особенная цена. Еще раз я скажу, что мы, в принципе, всех ждем, все координаты и как, куда попасть, что сколько стоит, можно вот по этому адресу узнать, по второму. Первый, кстати, адрес — это наш канал в Телеграме, где вот работает такой агрегатор, да, всего того, что постится и делается на наших ресурсах, да, так что там можно будет следить. Напоминаю, что если вы записались с слушателем и собираетесь смотреть в онлайн, то вы можете запросить координаты, ссылки у администратора. Координаты администратора, ну, я надеюсь, вы знаете. Да, если не знаете, заходите ко мне в блог. Так, блог. Давайте я вам покажу, наверное, его тоже, что ли, да. Ну, вообще, я уже говорил, да, что если вдруг вы какие-то координаты потеряли, да, то всегда можно зайти вот сюда, в мою визитку, да, и посмотреть. Вот желтеньким, которое выделено. Сейчас я их тут так подвигаю, чтобы было понятно. Вот. А блог мой находится по адресу olegmatveev.lifejournal.com. Я не знаю, тут у меня он выделен отдельно. Видимо, не выделен. Ну, бог с ним. Вы это и так знаете. В общем, если что, пишите заранее, вам ссылки сделают. Я на самом деле ссылки сделаю даже прямо сейчас. Сразу настрою. Я вообще приеду на место, ну, традиционно я приезжаю в субботу с утра, так что я завтра с утра поеду, сегодня в пятницу не резон тут по Москве ездить, тут самые такие у нас пятничные пробки, хотя уже сезон дачный закончился, тем не менее, все равно традиционно по пятницам у нас столпотворение автомобильное на дорогах. Вот, а сейчас пока вечерком вот соберу все книжки, сложу в коробки, погружу в машину, и завтра мы с вами увидимся. И как я уже говорил, у нас там достаточно много слушателей собралось, у нас будет такая свободная программа, будем общаться, будем делать демо-сессии, будем, возможно, какие-то групповые практики делать, да, у меня кое-какие задумки есть. Я заодно планировал более подробно рассказать, вот к чему вот эти вот белые-черные книжки, потому что они достаточно информативны в плане того, что это, ну, это практически раздаточные материалы с определенных курсов, да, дополненные там теоретической информацией, текстованной. Вот, и ими тоже можно очень хорошо пользоваться. Так что вот рекомендую. Напомню на всякий случай, потому что у нас, как обычно, в эфире и среди зрителей попадается много танкистов. Напомню на всякий случай, что эти же книжки продаются в электронном виде. Они продаются везде. И в Литресе. Ну, я в Литресе в основном покупаю, да. И там в других местах их можно приобрести. Вот такой вот маленький анонсик. А так мы завтра в 10 утра начинаем и работаем в субботу и воскресенье. Надеюсь, что мы с вами увидимся. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока. Это был Олег Матвеев. Пока.